Пенсия – совсем не время для скуки. Это знают все, кто занимается каким-либо видом творчества. Областной конкурс мастеров старшего поколения «Звездопад свершений 55+» – прекрасная возможность рассказать о себе, показать свои творения широкой аудитории. В этот день рукодельницам рассказали, как принять в нем участие. Содействие в организации такой встречи в Дмитрове оказал Центр поддержки многодетных и приемных семей «Мы Север» в лице Аллы Миндиашвили. Дать им возможность проявить себя, поучаствовать в областных конкурсах, показать, что на Дмитровской земле тоже проживают такие люди. Когда организаторы обратились ко мне, чтобы организовать здесь это мероприятие, я согласилась и очень обрадовалась, потому что одно из направлений нашей организации есть движение «Связь поколений», где взаимодействуют и общаются между собой пожилые люди, люди пожилого возраста и дети. Дмитровчанам рассказали, как можно монетизировать свое творчество, сделать так, чтобы любимое дело на пенсии приносило не только удовольствие, но и доход. Для участия в конкурсе декоративно-прикладного искусства мастера и мастерицы принесли свои работы, которые поражали разнообразием. Поделки из бисера, декупаж, весенние цветочные композиции – все сделано с любовью и теплом. Это чувствуется сразу. Я сегодня на выставке представляю свои три любимые работы. Я, значит, 3 года назад закончила курсы флористики, получила как бы диплом об окончании курса флористики, но в основном работаю для себя, для души. Вот. Мне это очень успокаивает, увлекает, и я с удовольствием люблю работать с природным материалом. Компонирую что-то сама, где-то что-то добавляю, покупаю. Вот такая вот композиция, я ее с удовольствием делаю каждый год, и у меня ее дарю своим друзьям. Они с удовольствием берут. Конкурс мастеров «Звездопад свершений» проводится при поддержке Министерства социального развития Московской области. Его цель – вовлечь старшее поколение в активную социальную жизнь, дать им возможность раскрыть свои таланты, общаясь, перенимать опыт друг друга и учиться чему-то новому. Этим конкурсами, творческими мастерскими, хотим дать возможность людям пожилого возраста заработать, скажем так, да. Мы хотим договариваться с большими торговыми центрами и интерьерными центрами о том, чтобы они продавали их работы, ну и как-то улучшали качество жизни, получается, этим самым наших пожилых людей. В нашем округе проживает огромное количество творческих, талантливых людей. Кто-то вяжет, кто-то рисует. Дмитровская мастерица Татьяна Миляева, например, вышивает лентами. Раньше вышивала, когда была помоложе, глазки хорошо видели. Я вышивала крестиком. Начала с 6-й канвы, номер 6, дошла до 18-й, глазки это, и стала вышивать ленточками. Мне не нравится, просто намного проще, легче. И 3D они почти выходят. Ни одной картины не продала, все только дарю всем. Но мои картины уже ушли больше 15 штук на Дальний Восток и Волгоград. Муж Татьяны Сергей тоже по натуре человек творческий. Вот уже несколько лет он создает необычные картины из соломы. Сеем рожь, ячмень, пшеницу, маленькие на участке у себя. Ее собираем после, режем, и каждый год мы заготавливаем. Ну, простая работа, просто трудоемкая она, кажется, медленно это все идет. Подать заявку на участие в конкурсе мастеров старшего поколения можно до 16 апреля на сайте «Звездопад свершений РФ». Далее последует онлайн-голосование, по результатам которого и определятся победители и призеры в разных номинациях.